Это печенье только с виду напоминает любимую с детства выпечку под названием сочни. А чем они отличаются от нее, я вам сейчас покажу. Это печенье только на внешний вид и технику приготовления похоже на настоящие сочни. Оно получается с хрустящей корочкой и мягкой серединкой. Если возьмете незернистый творог, то в серединке будут попадаться творожные крупинки. Приятного аппетита! Подготовьте все необходимые ингредиенты. Для начинки смешайте творог, яйца, сахар и рисовую муку до однородной массы. Смешайте яйцо, сметану, сахар и соду. Добавьте мягкое масло и взбейте до однородной массы. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите тесто и скатайте шарики величиной с грецкий орех. Раскатайте в овальные лепешки. Положите начинку. Сложите тесто пополам. Прижмите края при помощи зубчиков вилки. Переложите на смазанный противень и смажьте взбитым яйцом с водой. Выпекайте в горячей духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Приятного аппетита!